Присоединяйтесь, будьте с нами, приходите к нам. С нами вместе интересней. Так, ну, наш Александр, я смотрю, вылетел надолго. Попробуем мы поехать тогда во взводике вдвоем с нашей девушкой из женского клана Роколовкой. Вот, поедем мы дальше, опять-таки, на тех же самых третьих уровнях. Вот, в общем-то, отправляемся в очередной бой, надеюсь, в победный, а там как получится. Сегодня, катаясь, мы убеждаемся все больше и больше в том, что не всегда, девчонки, в рандоме это печаль, иногда это победа, иногда это хорошее настроение, особенно тем, кто играет вместе с девчонками, с которыми приятно находиться в компании, о чем-то поговорить, обсудить игроков, обсудить нашу собственную игру в рандоме, не только в рандоме. Так что просто будьте с нами, надеюсь, у вас хорошее настроение такое же, как и у нас, несмотря на то, что, походу, у меня сегодня сливов больше, чем побед. Неужели мы же в топе? Нет, ребята, клан наш женский называется Boss Woman. Ребята, вы можете собирать команду не из тех, кто смотрит на Твиче нас в прямых эфирах. Вы зашли, посмотрели, мы катаемся, мы вам обещаем голду. Собираете любую команду, заходите создать команду, пишите в шапочке 500 голды за убийство леди. Ребята заходят, интересуются, а вы их набираете и рассказываете о том, что, встретившись с нами, кто-то из тех, кто сейчас будет в вашей команде, может получить 500 голды, просто катаясь, просто получая хорошее настроение и так далее. Других леди, ребята, можно. У нас в клане не одна леди, если конкретно говорить о никнеймах. Если же не говорить о никнеймах, то девчонок у нас в клане очень много, более 60 человек. И если есть у вас такое желание, если чувствуете в себе силы хорошего командира, хорошего наставника, то есть возможность того, что найдется девушка, которая согласится поехать с вами, отдать себя в руки хорошему командиру, послушать вас и попробовать что-то перенять, чему-то научиться. Девчонки в нашем женском клане стараются играть максимально, насколько у них это получается, но, естественно, все-таки мы, девушки, представительницы больше все-таки пола прекрасного, и играем в танки мы, ну, кто-то посредственно, кто-то лучше. Есть желание, присоединяйтесь, опять-таки, будьте ближе к нам, и давайте быть вместе. Жизнь из малого сплошное кидалово, жаль, что не вернуть нам ее заново. Так, ну что, наша команда мрет, как говорится, как мухи. Я пока тоже ничего не сделала, потому что просто болтала. Так, этого я просто не достану никак, ничем не помогу. А вот этого можно попробовать. Куда ты? Стой. Печаль, хоть иди топись, честное слово. Ой, чувствую, крышка мне от них, от всех. Слишком много их. Мазло. Пробитие. Воздуха, будто перекрыли, дыхания, и не слышно голоса, будто
задушили все мои желания. Не хотела воздуха, будто перекрыли краники дыхания, и не слышно голоса. Да что ж прямо такая непруха. Не пробита. Ай-яй-яй, меня убьет, убьет. Ой, эти скорее убьют. Как стрёмно здесь, боже мой. Как не хочется умирать. Ай-яй-яй, едет, едет, едет убийца мой. Ай, ай-яй-яй. Блин, страшно, ё-моё. Убили. Просто печаль. Блин, печаль вообще. А, Ворон, и тебе хорошего настроения. Привет-привет. Кишу, абсолютно с тобой согласна. Главное не голда, а азарт охоты. Ну, а те команды, которые имели огромное желание встретиться с нами, они все-таки встречались с нами. Они убивали ту самую леди и получали 500 голды, причем уже неоднократно. Прочерк. Вот так вот даже бывает. Голду раздаем, а себе не берем. Так, чего еще? Да, давай до вечернего турнира АГ PES Pro. Я так поняла, участвуешь ты в турнирах на ESL-чике. Удачи твоей команде. Наемник, спасибо вам большое за ваш комментарий относительно того, что играть с девушками одно удовольствие, когда вы слышите в наушниках прекрасный голос. И относительно настроения, которое идет сразу на плюс 150%, также вам большое спасибо. Желаю вам прекрасных взводниц, которые еще вдобавок умеют также прекрасно играть в игру World of Tanks. Наемник, вы действительно хотите к нам во взвод, вы уверены? Оленинак пишет: не люблю победы, самый сок в сливе с нулем домашки. Я так понимаю, что такое может написать только супер-турбо-мега-статист. Играл я с такими ребятами, которые по приколу ехали и просто там сливались, топились. Ну вот просто им по приколу выйти с нулем дамага. Если вы, конечно, из этого числа, то что ж, флаг вам в руки, рада за вас. Так, относительно Ленинак, там, где вы зарабатываете, ну это уж как-то ваши проблемы. Наемник, отвечаю вам на вопрос, блонда. Что ж, кидайте свой никнейм, поедем. Кидайте свой никнейм. Хотите здесь, хотите, можете в приватный чат мне написать непосредственно на аккаунт. Так что мы абсолютно не против играть с бесстрашными ребятами, которые не боятся поехать с девчонками, где-то слиться, где-то затащить, где-то показать свой класс игры, удивить нас и так далее.
мама, в нем 40 градусов минимум. Я на максимум выжат от него. Сегодня пьяна невозможно. Так, ну что, есть желающие присоединиться в наш женский взводик к нашей компании. Кстати, вопрос, есть ли у вас такая программка для связи, как TeamSpeak для общения? Было бы, скажем так, неплохо. Так, неправильно скопировала, сори. Перемотай тот миг, когда тебя полюбил. Стой, хватит дурманить мысли. Стой, хватит слов без смысла. Мы с первым порывом ветра улетим, оставив все без ответа. Мы в разорванном сна. Ой, не знаю, мы так по технике не договаривались брать. Есть желающий, и сейчас мы возьмем его во взводик. Ага, опять я столкнулась с проблемой, когда у меня почему-то копирование не работает. А, так, сейчас посмотрю, как правильно никнейм пишется. Да, 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 Саш. Так, ну что, приглас отправлен. Андрей, надеюсь, вы не передумали. Ага, вот так вот. Есть TeamSpeak? Здравствуй, Андрей. Привет, привет, есть ТСК?
Берегись, я серьезно, от нее скрыться сложно. Таких, как она, очень мало, возиться своим жало. Она меня... Не смогу и дня без улыбки твоей. Ни на земле нету людей родней. Я за тобой туда, куда скажешь ты. Ты ангел мой, предел моей высоты. Я в облаках парю над небом и над землей. Тихо в душе. Так что, ребята, что остается вам сказать? Катаемся мы здесь на ответчике, и любой из вас при своем желании может оказаться в нашем взводике. Покатаемся вместе, посмотрим, как вы играете, как вы умеете играть, возможно, чему-то научите, и очень надеюсь, что остальные наши совзводные все-таки окажутся с голосом, потому что разговаривать мне одной самой с собой не очень на самом деле интересно, и гораздо интереснее, когда можно пообщаться между собой, обсудить что-то, союзников, самих себя и так далее. Так, ну что, я поеду на базу, собственно, и буду дефить ее. Не знаю, вот эти вот 49-ки, которые в команде напротив, меня очень сильно смущают. Они еще и во взводе все втроем. Что еще больше печалит. Да что ж такое, а? Ой, 49-ка. Уничтожен. Боже мой, еще и арта. Ай-яй-яй, больно. Прямо не знаю, КВ-шку вряд ли пробью, наверное. Еще и арта заберет. Ай-яй-яй. Так, еще у нас справа дружок.
Ай-яй-яй. Убил все-таки, не успел отъехать назад. Блин, роколовка наша. Держись. Так точно, потому что я говорю в ТС-очке. Если я говорю в игре, то меня не слышно в прямом эфире. Так, ну что, и тут вопрос, затащит команда или не затащит. Смотрю, много ваншотов как в нашей команде, так и в команде напротив. Светляка, я так смотрю, никто не видит на железке. Ага, кто-то все-таки его убрал, замечательно. Вау, команда затащила, круто. Жаль, что в твоем сердце я уже не здешний, но это жизнь, здесь всякое случается. Главное, чтоб ты была счастлива, прощаемся. Я запихаюсь, меня довольно, обещай, не делай больно. Обещай, что будешь прежним, а я по своей надежде. Я запихаюсь, меня довольно. Так, ну что ж, пока отправимся с Андреем вдвоем на один боечек. Я все за тебя живу и умру, за то, что... Андрей, зовут меня Любовь. А, Кишу, я немножечко не об этом говорила, я просто говорила, что... Так, я, кстати, отвечаю на твичик, о том, что... мы не можем, ну, скажем так, пока не требуем от наших совзводных определенной какой-то техники, да, толкать нас, не толкать, да, ключевое слово «рак». Действительно, это ПТ-шка третьего уровня, очень медленная, и пока она куда-то доедет, реально рак на горе свистнет. То есть я не об этом, я о том, что не подбираем мы так пока своих совзводных, ну, по крайней мере, на данный момент и именно сейчас. Также отправляю на твичик приветик вновь присоединившимся, и как один наш твичанин написал, привет хозяйкам стрима. Спасибо большое за такое определение нас. Вам также большой-большой от нас приветик. Впереди стоит Вика.
на самом деле, чем мне не нравятся танчики маленького уровня, это то, что процент попадания очень низкий. И, соответственно, процент попаданий падает на аккаунте. Есть пробитие. А так, в принципе, очень хорошая ПТ-шка, мне нравится. Я, честно говоря, не ожидала, что она будет такой классной. Нет, мне говорили, что она неплохая, но я не думала, что действительно настолько. Скажем так, у меня от нее только приятные впечатления. Сейчас Андрей, мой совзводный, пишет мне в чате комментарии и называет меня на «вы». Андрей, давайте быть проще, меня можно называть на «ты». Андрей, меня можно на «ты» называть, можно быть проще. Блин, не успела. Так, я смотрю, здесь у меня будет мизерный дамаг в этом бою. Хотя это, конечно, опять-таки лучше, чем совсем с нулем. Ну ладно, теперь хоть чуть-чуть больше. Нет, не хватает мне обзора, к сожалению, до мартера. Возможно, он в самой низинке, по-любому бы не достало. Так, ну что, наша роколовка, смотрю, не подошла. Видимо, все-таки запарена установкой ТС-ки. О, Онлик, привет! О, приветик тебе на Твичик отправляю. Приятно тебя видеть у нас на Твиче. Ты всегда с нами, это приятно. Так, Канатоход, хочешь с нами связь есть, это замечательно. Если кто-то захочет нас покинуть, мы с огромным удовольствием, то бишь я с огромным удовольствием возьму тебя к нам, с тебя танчик третьего уровня, и да, именно связь. Желательно, если у тебя есть ТС-очка.
вновь присоединившимся к нам на Twitch ESL. Ребята, всем приветики. Желаю всем отличного осеннего настроения. И хотелось бы напомнить о том, что команда ESL проводит конкурс «День танкиста с ESL». Все, что вам нужно, это сфотографироваться с танковой атрибутикой либо на фоне этой танковой атрибутики и попробовать получить одно из призовых мест, награда голда. Более подробно, если кому-то интересно, можно узнать на официальном сайте World of Tanks в специальной темке. Если кому-то интересно, могу дать ссылочку. Кстати, фотография, которая сейчас стоит у нас в левом нижнем уголку, это как раз обложечка для этого самого конкурса. Так что пример есть, и хочу сказать, что не бойтесь быть креативными, не бойтесь быть смешными. Какие-то, скажем так, интересные работы будут обязательно замечены и вознаграждены. Вот, также хочу напомнить о том, что здесь на ESL можно не просто смотреть, как играют девчонки во взводе, не только поучаствовать в этом самом взводике, но и если вы придете к нам в пятницу на наши женские комбои, эти комбои проводят девчонки женского отдельного батальона Boss Woman, можно попробовать поиграть с ними, встретиться с ними в комбоях и выиграть голду. Опять-таки, если, ребята, вам интересно, могу дать ссылочку на страничку ВКонтакте, на группу ВКонтакте, где все эти правила у нас расписаны. Почитать и поучаствовать. Либо просто приходите к нам в пятницу с 16 до 20 часов по Москве. Слушайте все правила в прямом эфире и выигрывайте голду. Также, если у вас не получится собрать свою команду, у вас будет возможность, находясь на твичике, также зарабатывать голду. Мы сдаем вам тематические вопросики, касающиеся непосредственно какой-то танковой тематики. И, блин, меня убивают. Вот, и за ваш правильный ответик можно получить голду. Кто первый правильно отвечает на наши вопросы, тот и получает за свой правильный ответ 250 голды. Также, если вы с нами встретитесь непосредственно в бою, за убийство игрока под ником Lady Boss Woman можно получить 500 голды. В принципе, все довольно интересно, прикольно играть против девчонок, просто прийти, собрать свою команду и доказать, что вы играете лучше нас, и что, возможно, девчонкам не место в танках там и так далее, но я просто предлагаю вместе интересно проводить время, я надеюсь, что весело проводить это время, и такое к нам, у нас к вам предложение, давайте встретим и проведем эту осень вместе. Так что есть желание, пишите на твичик, задавайте вопросики, просите ссылочки, я вам их буду давать. Кстати, чуть-чуть попозже, опять-таки, это тем, кому интересно, я задам пару вопросиков на Twitch, за которые также можно выиграть голду. То есть не буду я голословной, как нам писали относительно голды. Вот, голду разыгрываете, а сами без прем-аккаунтов. На самом деле прем-аккаунт не настолько важен, когда играешь на прем-технике. И на самом деле, конечно, важно. Важно, но закончился прем, и пока я его не покупаю. Так, ну что, вопрос в главном. Затащим или не затащим? Ну, я-то ясно, что сольюсь. Совзводный вот тоже едет со мной рядышком и переживает.
Честно говоря, страшно ехать. Вот чувствую, что убьют, а еду. Скилла, ребята, не хватает. Скилла. Вот чувствую, что-то 70 возьмет воина. Страшно, стрёмно. Ну блин, а почему наша ПЗшка никуда не едет? Она вообще уже, что ли? Давай вот сюда, приятель. Ай. Точно возьмет воина, а? В принципе, до конца боя еще много времени, можно было бы и мне... Обижать. Андрей, я не пойму, вы что, слушаете все равно нас дальше на Твиче? Ну, то бишь меня. Фиг ему. Я так понимаю, что фиг ему это в плане Т-70 фиг воина. Нет, у нас все равно ПЗшка никак не хочет ехать. Ох, и ПЗшка, у нас даже арта пошла в атаку. Ясно, ПЗ вылетел просто. Так, ну что ж, сейчас Андрюша нам покажет класс. Надеюсь, затащит. Или дотащит, что другие не дотащили. Андрей, берите то, что плохо ездит. Хотя ты 70 ездит отлично. Ай-яй-яй, ну куда же ты, Андрей? Ладно, победители не судят, поздравляю. Ага, союзник самоуничтожился. Ага, у нас получается ПЗшка, видимо, самоуничтожилась. Так, ну что ж, приятно, вся команда, вернее, весь наш взвод тащил. Отвечаю канатоходу. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Кстати, есть у нас и скайп, есть у нас и РК. Ну, я думаю, что РК все-таки предпочтительнее, нежели скайп. Треба, но скільки тепла в твоїх руках.
скажи, я маю, а скільки скажи, тримаю я, це все, що маю я, це все, що маю. Так, ну що, куди я поїду? Я поїду направо поїду. Кстати, ребят, опять-таки, возможно, может быть, кому-то интересно. Хочу сказать о том, что на ESL время от времени требуются сотрудники, стримеры, но стримеры не такие, как я, а нужны стримеры турниров 7.42. Если есть у кого-то желание, если у вас хороший компьютер, хороший интернет, если у вас есть ораторские способности, сможете интересно прокомментировать бои, за которыми будете наблюдать, которые будете стримить, то обращайтесь либо к администрации, либо через меня к администрации, так как я являюсь помощником вот на ESL-чике. Обращайтесь, спрашивайте, интересуйтесь, все расскажу, поговорим, протестируемся, и, возможно, и вы пополните ряды, наши стримерские ряды, наши ряды сотрудников ESL. Блин, есть в бою еще и арта. Меня это немножечко печалит. О боже, а как это так? Блин, он зарядился фугасом. На фугаснице вообще. А, кошмар. Так, ладно. Ну что же, Андрей. Давай не падай в грязь лицом. Так, уже получил. Сейчас у тебя фугаской вынесут. В общем, держись, Андрюха, тащи. Так, ребята. Так. Канатоход. Есть у вас ораторские способности, но не хотите идти в коллектив стримеров, а хотите к нам. Так вот, опять-таки я вам сообщаю, что если вы будете стримером турниров на ESL, вам, возможно, выделят напарницу, которая будет работать с вами вторым голосом. Если интересно, как все это происходит, приходите с 20 часов по Москве сюда на ESL-канал и слушайте, как все это происходит. Также хочу, опять-таки, вас немножечко порадовать. Я также являюсь стримером турниров здесь на ESL и все это комментирую. Поэтому хотите ближе к нам, не перебирайте, а собирайтесь мыслями и вперед, вперед в спортивные комментаторы. Вот так. Итак, ребята, что ж, раз все-таки вы здесь, и я здесь, и мы в прямом эфире, давайте я вам задам вопросик, за правильный ответик на который можно заработать 250 голды. Итак, вопрос у нас касается, опять-таки, танков. Вопрос в следующем. Значит, вопрос будет касаться танчика, который есть у меня сейчас в ангарчике. Это ФСМ-50Т. Вопрос заключается в следующем. Напишите мне, пожалуйста, пробитие
орудие, которое установлено на этом танке ФСМ-50Т. Мне нужно 3 циферки, пробитие в миллиметрах. Кто первый правильно отвечает на вопрос, тот и получает 250 голды. Сразу говорю, что голда приходит в начале следующего месяца, потому что списочки подаются у нас в Wargaming, и когда обработана вся информация, уже непосредственно Wargaming начисляет вам на аккаунты эту самую выигранную у нас голду. Так что хотите гуглите, хотите быстренько заходите на офсайт World of Tanks, читайте характеристики ФСМ-50Т и отвечайте на вопрос. Итак, пробитие в миллиметрах орудия, которое установлено на этот самый танчик. 3 циферки, пожалуйста, на твичик, в прямой эфирчик. Кто правильно отвечает и кто первый правильно отвечает, тот и получает 250 голды. Так, ну что ж, пока возвращаюсь в свой ангарчик, у нас здесь победа. Так, и в этом бою я самым маленьким дамагом сыграла как однокнопочная, но ничего в этом такого страшного нет. Андрей, а вот ты, во-первых, так сильно не заслушивайся. Все-таки твоя задача тащить, помогать нам выигрывать. Вот. Относительно твоих предположений, то, что ты пишешь ответ, здесь ответы не принимаются. Принимаются ответики только на Твиче. Вот, а вообще ответ неправильный, в миллиметрах, а не то, что ты написал. Толщина брони, которую пробивает ФСМ. Так, сейчас я пока месте вернусь на твичик, посмотрю, есть ли правильный ответик. Ребят, мне нужны 3 циферки. В характеристиках указано 3 циферки, да? Толщину брони, какую пробивает ФСМ. И мне нужно 3 циферки. Вы все где-то близко, где-то рядом, но правильного ответа нет. То есть пока я никакой ответ не принимаю. Давайте я дождусь, и тогда мы поедем. Отвечайте правильно на вопросик и выигрывайте голду. Что ж, никнейм Канатоход абсолютно верно, абсолютно точно, все 3 циферки и все абсолютно правильные. Киньте мне, пожалуйста, ваш никнейм в игре, как вы в игре записаны, сюда на твичик. Я скопирую и отправлю в списочек. Канатоход, вы не помните свой никнейм в игре. Что ж, тогда мы отправимся в бой, и надеюсь, после боя я увижу ваш никнейм в чатике. Также хочу сказать еще о том, что задам я еще один вопросик, но немножечко попозже, за ответ на который можно будет также получить у нас голду. Так, ну а тем временем мы отправляемся в бой. Все-таки 7 одного не ждут, поэтому хватит, мы вас подождали, вы быстренько не сделали, не выполнили нашу просьбу, поэтому уже после боя приму ваш никнейм. А я так понимаю, музыка никого, да, не напрягает? Никто ничего не пишет, не возмущается, значит, все нормально. А на самом деле, я первый раз так поставила музыку, которая, ну, непосредственно моя, в плане, которая загружена у меня в ВК на страничку.
то, что мне нравится слушать. Не просто поставить радио, какую-то неплохую радиоволну, а запустить все-таки со странички в ВК. Ну, как минимум, то, что нет замечаний, уже приятно. Спасибо. Кричав, залишся, але кажу йди, пальці не вдержать води. Ти народила світ, ти прожила, певно, мільйони літ. Я вже колись помер, щоб народити знову тепер. Ой. Так, ну що, где же мені здесь занять свою нубопозицію для своєї нубопт? Так, наверное, поеду по центру. О, у нас еще кто-то поет в команде. Просто в чатик пишут, ребята, ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Так, ладно. Блин, я вот хотела туда, где 49-ка стала. Там можно ловить светлячков, которые спускаются вниз. Ого. Ой-ой-ой, он засветит, надо уйти. Кто-то обернется, кто-то позовет. Я не вижу этот мир теперь. Прочитаю имя твое задом наперед. Может быть, тебе открою дверь. Я нахожу тебя везде, во всех глазах. Ой, 49-ка мне место уступает. Видимо, потому что никто не хочет ехать к нам. Офигеть, он вообще такой, я смотрю, смелый. Единственный из команды напротив, кто хоть куда-то поехал. Ладно, его и без меня убьют, я смотрю. Ой-ой-ой. Едет Б1. Блин, Любочка, быстрее. Давай, рак, тащи свои клешенки на нашу новую позицию. Может быть, хоть по ком-нибудь постреляем. Надеюсь, он не на меня сводится. Вот очень похоже, что на меня. Броня не пробита. Не пробил. Да что ж такое? Нужно, наверное, голду заряжать. Есть, пробито. Ну, в ангаре. Для начала. Ой-ой-ой, враг. Враг в засвете. Хочу еще домашки. Мой совзводный умер, я так понимаю, который Андрей. Но наша роколовка все еще держится. Я тоже держусь, потому что стою просто тупо на базе. Блин, и ехать боюсь. И домашку хочу. Ой-ой-ой, стой.
Так, ну ладно, минималку я, конечно, выполнила свою, но, опять-таки, бывают бои, когда выходишь просто с нулем, сразу вначале бахнули и все. Максимально нужно, конечно, стараться что-нибудь настрелять, поэтому буду пробовать атаковать Т1 Хэвик, если я до него доеду. Не доеду. Желающих его раздамажить много, я смотрю, он уже три наших танка пытаются это сделать. Так что ж, сушки мне тоже не видать. Ничего себе, я насветила еще. Ну, я так понимаю, что это я насветила. Урон с моей помощью. 937. Меня это радует. Может, хоть что-нибудь в мое КПД добавится. Так, вернусь на твичик, посмотрю, кинули ли мне никнейм. О, кстати, да, привет и тебе, как же тебя, Лоне Вольф, я тебя знаю. Ты приходил к девчонкам в пятницу и исполнял песню акапельно. Я так понимаю, это ты... Затрудняюсь, конечно, с именем. Возможно, тебя зовут Артём, но если нет, то сори. Ну, привет, рада тебя видеть. А, что ж, так, ага, Славик, ну, извини, пожалуйста, Славик. Забыла, память у меня девичья, короткая. Но то, что ты пел и то, что ты был с нами, я помню. Так, никнейм. Сейчас я скопирую правильно ответившего на наш вопросик на Твиче, который, значит, канатоход заработал у нас 250 голды за правильный свой ответ. Сейчас отправлю его никнейм туда, куда надо, и поедем дальше. А, Славик, ура, это то, что помним, да? Помним. Мы наших постоянных твитчан помним, знаем в лицо, но, к сожалению, иногда забываем имена, но опять-таки не все. У меня проблемы есть. И через все барьеры мы стали забывать о том, что мы дали слово не повторять ошибок, помнить и чтить память, как наш народ совершил этот великий подвиг. Сейчас такое уже невозможно представить, и, к сожалению, есть такие, кому вообще пофиг. Бритые парни за чистоту расы убивают молотками дворников несчастных. Это борьба, почти война, она идет сейчас. Спасибо, Слава. Так, ну что, тем временем мы отправляемся в очередной бой.
Кстати, ребята, хочу напомнить, что если вдруг кто-то с нашего взвода отвалится, либо наша Аня Роколовка, либо наш гость Андрей 15 Рос, то, значит, в нашем взводике будет свободное местечко, и можем покататься в прямом эфирчике. Но не факт, что кто-то захочет покинуть наш взвод, поэтому пока катаемся. Кстати, у кого есть желание, оставайтесь на Твиче, будет еще вопросик. За правильный ответ получите 250 голды. Опять-таки, кто первый правильно отвечает, тот и получает 250 голды. Кстати, Славик, такой еще вопрос. Не хотите ли прийти к нам в гости в пятницу и снова порадовать нас, девчонок женского отдельного батальона Boss Woman, своим пением и какой-нибудь другой композицией? Помню, что вы исполняли песенку «Смуглянка» для наших девчонок и для наших зрителей на Твиче. Возможно, вы что-то еще подготовите и, возможно, споете. Мы были бы рады. Так, я еду на свою позицию. Блин, я вот чувствую, у меня пушка не поднимется. Нет, нужно искать другое местечко. Чем быстрее это сделаю, тем лучше, потому что меня могут засветить. Так, кто-то из совзводных НАТО грохнул. Так точно. Так, Т-18, стой. Еще раз попробую выстрелить, но там упал заборчик. Ага, кто-то его уже грохнул. Ну, в плане Т-18-го, а не заборчик. Ай, Т-18, ну что ты попку спрятал? Эмс, что делать? Может, ехать на захват? Нужно же как-то КПД поднимать. Офигеть, наш совзводный уже 4 нашпулял. Вот убил НАТУ, которую я могла убить. Убийца девушек. Ой-ой-ой, попадание, ну чё так? Фига себе, уже 5 завалил совзводный. Все ясно, тут за такими акулами не успеешь. Просто нужно ехать и брать свое. Хотя бы базу.
Я смотрю, базу взять желающих много. Убивают. Ничего себе, желающих убить меня. Ай! Блин. Ух ты. Как все жестоко. Что ж, поздравляю со взводного с воином. Да, ребята, отвечаю вам на твитчик, вопросики еще будут. А, Борис, вам также доброго дня. Потому что совзводные не установили себе TeamSpeak, вот почему их не слышно. Совзводные просто, мягко или не мягко, но поросята. Я разговариваю практически сама с собой. Очень хорошо, что есть чатик, есть вы, и можно пообщаться с вами в прямом эфире. Уже не так скучно, как просто кататься самой, одной, и не общаться совсем-совсем ни с кем. Так что, ребята, спасибо, общайтесь со мной дальше. Ребят, как только будет местечко, как только, так и сразу кого-нибудь возьму к себе во взводик и уже буду все-таки опираться на то, чтобы была связь. Так, ну что ж, все готовы воевать, и мы отправляемся в очередной бой. Печально, что в песочнице, но сегодня на восьмерках совсем не перло. Все первые 6 боев все слили. Андрей, хрю-хрю, так точно. Хрюкайте, потому что говорить вы с нами не можете. Потому поросята. Надеюсь, что никто не обижается. Уверена, что Роколовка тоже не обижается, она... знает меня прекрасно, знает, что я безо всякого зла, шуточно, но по факту поросята. У меня совзводные. Как минимум радует то, что они со мной во взводе, они меня поддерживают и не оставляют одну в этом жестоком рандоме. Вот, помогают, тоже играют, тоже что-то пробуют сделать. Непосредственно в наших сегодняшних покатушках. Твоя любовь мне душу греет, за все, что есть, тебя ценю. Лишь для тебя в мире все цветы, кайфую с глаз твоих единой красоты. Бой начинается. Так, ну что ж, я поеду все-таки на свою позицию ПТ. Ну, смотря докуда я еще доеду, конечно. Наша Роколовка поехала на центр кому-то светить. Аня, Аня, куда ты, Аня? Даже Андрей пишет Ане, что нужно было как-то скромнее ехать. Ну что ж, я уверена, в Аниных силах Аня там нагнет. Анюта, там на тебя много желающих. Честно говоря, ближе куда-то ехать стрёмно. Я бы поехала немножечко левее.
там где-то на J1, например. Но никого на лейке нет, я без лампы, и на самом деле мне страшно туда продвигаться. А, чуточку не попало. О боже, тяжик. Вот я тебя здесь прямо ждала, чтобы ты мне весь обзор закрыл. Какой у нас совзводный, общительный. Они с Аней, походу, понимают друг друга с полуслова, а вернее с полубуквы, потому что общаются они вот буквально исключительно через чатик. У Ани что-то не получилось с ТС-кой, ну не то чтобы не получилось, нужно просто рассказать, куда и чего ввести, для того, чтобы в ТС зайти. Ну, на это нужно время. ТС-ка у нее была, но слетела. Я так поняла, потому что винда была переустановлена. Но ничего, все будет. Еще пообщаемся. Надеюсь, не одна я сама с собой. Так, ну что, взвод в атаку. И снова в атаку, и снова в сражение. Девчонки нас снова и ждут приключения. Движок кританули, контужен весь взвод. Но мы не сдаемся, мы только вперед. Ну, это наш маленький, малюсенький дивизик нашего женского отдельного батальона Boss Woman. Вот. А у тебя РК есть? У нас просто не у всех девочек РК есть, у нас обязательно это иметь ТС. Ой-ой-ой, а все может повернуться не в нашу пользу. Так, у нас, я смотрю, Андрей остался на прикрытии базы. А мы тогда попробуем давить здесь, раз у нас все-таки команда решила ехать вперед. Я попробую поддержать. Будем надеяться, что они не остановятся на полпути и все-таки захотят немножечко продавить. Блин, долго я поворачивала свою пушку. Тем более, дело в том, что связь в TeamSpeak гораздо лучше. Поэтому ТС. Чувствую, был, остал ранимый. Все ж винить не смею я. Ты жарче
пробитие. Противник горит. Уничтожен. Я, конечно, боюсь что-то сказать, но походу я крутая, подпалила. Ремку надо возить, противник. Ай, забрали. Это совзводный забрал. Ах он, поросенок. Ну, постой, постой, пожалуйста, да, я тебя доберу. Все равно доберут. А так я могу добрать. Ля, еще и стреляет по мне. Вообще бессовестный. Андрей. Андрей добрал. Вот читер, блин. Так, ребят, ну что ж, я считаю, что можно задать еще один вопросик на Твичик. Напоминаю, для того, чтобы ответить на вопрос, вам нужно быть зарегистрированным здесь на Твиче. Потому что вопросики, вернее, ваши ответики принимаются только написанные нам на Твич прямой эфир. Я задаю вопросик танковой тематики, касающийся, вы на него первым и правильно отвечаете. Тогда 250 голды ваши. Так, ну что ж, вопросик будет.